«Новогодняя мистерия», «Актерское мастерство», с Татьяной Салмановной «Мактум Сайфуддин». Ох, эти новогодние игрушечки. И что же у меня в этой сумочке? Happy Mind, Happy Life. Я тоже думала, Глеб, я буду из этих сумочек вытаскивать лобстеры, омары, черную икру, натуральную, красную. Торт тирамису, фисташки, орешки, фисташковое мороженое, клубнику, бананы. Когда я сегодня в 9 с несколькими минут увидела эту машину, перекресток, такая доставочка. Доставка из перекрестка продуктов на дом. Мужчина уже с пустой этой штучкой шел. Так что вот. Ну что, посмотрим, что Татьяна Салмановна купила сегодня в магазинчике. Это десяток яиц. Десяток яиц. Куриных. Куриные яйца. Вот так будем класть обратно в сумочку. Как тут красиво сделать. Макарошки, пачку макарошек. Кстати, макароны подорожали. На рубль они где-то 16 рублей стоят. Яйца 72 рубля. Майонезик. Есть там майонезик со скидочкой. Провансаль Махеев. Ох, пишут, номер один в России. И еще хлеб. Хлеб, кстати, если берете хлеб по 15 рублей, обращайте внимание, Дарницкий ГОСТ, обращайте внимание на дату. Так что вот. Он у них там уже почти, там, знаете, были такие даты, какое-то там 27 число. Обращайте внимание на дату, которая стоит на этой штучке. В общем, вам советую. Вот такие вот дела. В общем, пришла из магазинчика с утра. Сварила куриные яйца. Потом вынесла мусор, 2 пакета мусора, мусоропровод. Покушала куриные яйца. С майонезиком, с хлебом. Так что вот. И легла спать. Встала я недавно. Сейчас сколько у нас времени? Сейчас у нас уже вечер. Ну что, Татьяна Салмановна, будем еще дубли делать. Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли и актерского мастерства Татьяны Салмановны Мактум Сайфуддин. И с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Что эту сумочку нужно как-то сюда тогда поставить. Дима мне прислал такие поздравления с тиграми. Я вам, кстати, опубликовала. Очень шикарные тигры, ну да, денег, да, хотелось бы, знаете, вот это вот, побольше денег, да, там белая полоса, много денег, быть процветающей. Так что вот, ну что, берем эту штучку, показываем новогоднее Рождество или что, или как? Нужно как-то
делать сеанс самана, все только непринужденно делать. Как эти великие актрисы, как уже, знаете, ты, великие актрисы, непринужденно. Все так это непринужденно. Ну что, новогоднее Рождество? С наступающим вас! Новым годом! В 2022